Новгородском музее-заповеднике с коронавирусом борется, продолжая основную работу. Пришлось ввести новые ограничения при проведении мероприятий. Экскурсии в помещениях будут проходить для групп не более 5 человек, на улице для групп не более 15. Концерты, мастер-классы, музейные тематические программы, учебные занятия по музейным абонементам организуются при условии наполняемости зала не более 25%. Также отменяются праздники, театрализованные обрядовые и игровые мероприятия на открытом воздухе. Напомним, что с 12 ноября в музее отменены публичные мероприятия, приуроченные к открытию новых выставок. Посещение по-прежнему возможно только при соблюдении масочного режима и дистанции между людьми не менее 1,5 метров.